Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Subnautica. В прошлой серии мы тут просканировали много разного на этом острове. И нам бы не прочь было бы, неплохо было бы вот там еще что-то попытаться просканировать, как только туда попасть, вот в чем вопрос. И не навернуться с этого острова, который плавучий. Там вот наш корабль основной, Аврора, просто гигантская. Оу. Да, гигантская махина на самом деле. Так, а сейчас давайте попытаемся как-то в ту часть попасть. Как только так это сделать, чтобы не убиться нафиг. Скорее всего, придется аккуратненько спускаться, более-менее. Тикс. Я подаккуратно все-таки, наверное. Это как-то вот здесь. Проблемы какие у нас? У нас проблемы с голодом. А нет, с голодом нет, с жаждой. Жажда небольшая есть. Писали про то, что я потом смогу там чего-то выращивать, и зря я там съел те же дыньки. Ну, думаю, потом мы разберемся, в принципе, с едой-то проблем особых нет. Когда начну выращивать, там будет и видно. До туда еще дожить надо, до этих времен. А пока что надо перебраться туда. Вот где-то там подъем я вижу, вот она, тропка пошла. И уже поплывем нашу базу доделывать. И хотелось бы еще мотылек, наверное, уже заделать, дособирать его. Опять же, подсказывали, что тут на Авроре, там, короче, путем надо вокруг и внутри, там везде только можно полазить и насканировать разного полезного. Ну, попробуем, что нам делать-то. Пока что по острову шляемся. И насчет того, что я говорил, не очень удобно передвигаться. Тут, конечно, предположили, что ласты мешают, но на самом деле просто тут как-то корявая анимация сделана. Ну вот, я в какие-то текстуры упираюсь и тому подобного. Нифига не в ласты. Текс. Ну, думаю, они сейчас с этим делом как-то разберутся. И прорисовка, смотрите, у меня, в принципе, стоят высокие. Или очень, или максимальные, или настройки графики. И не все тут прорисовывается. И минус, опять же, в чем, что мы этот остров тоже только когда вплотняк подплываем, находим. Он прорисовывается только в этот момент. Им как-то надо с этим делом тоже что-то решать. Ну, видать, они оптимизируют пока это все дело. Текс. Где наш изучатор? Сканер? Так, а тут что-то есть новое? Тут, походу, нифига нового нету, зря я сюда пёрся. Водичка. А вот это уже неплохо. Так, давайте-ка фиганём. Так, а, внутренняя грядка. А, кстати, да, там мы уже находили только внешнюю грядку. Это, ёпта, получается внутренняя. Я внутри своей постройки смогу, мне там еще надо солнечные панели будет делать. Офигенно. Так, вот фруктик этот. Что ты делаешь? Немножечко того всего восстанавливает, окей. Давай все это дело сканировать. Какая-то папоротниковая пальма. Пока не очень представляю, зачем это, но... Так, это я уже все, видать, сканировал так или иначе. Ну и все, можем возвращаться. Наша капсула там спасательная. Какое-то геологическое образование мы к нему, кстати, плавали. И, в принципе, мы тут по острову так вроде все облазили. Из того, что нужно было. Если что, вернуться сюда еще можно. Непосредственно недалеко же он от нас. Тикс. Можно было бы тут еще как-то карту составлять или хотя бы зарисовывать, иметь возможность, да, было бы прикольно. Что-то подобное в Ark Survival Evolved есть там, да, типа можно какие-то карты рисовать. Ну там и есть вообще основная карта, но можно себе строить, делать карту, на ней какие-то там пометки и тому подобное делать. Ну в основном это для трайба нужно, какие-то там планы хитрые строить. Здесь бы хотя бы просто карту как-то делать было бы весьма неплохо. Так, а как мне тут слезть так, чтобы не убиться? Так, я бы хотел занырнуть уже на самом деле, да и плыть отсюда нафиг. В идеале. Так. Что-нибудь есть интересное вообще? Давайте-ка еще немножечко осмотримся. Я, возможно, тут и всякие деревья уже отсканировать успел. Так, луковичное дерево тоже, что ли? Когда успел. Так, ну окей. Походу тут у нас больше ничего не может заинтересовать. Давайте-ка сваливать.
Не, ну в целом прикольно. Вот так вот с такого ракурса, смотрите, довольно-таки все неплохо выглядит. Энергии почти нет. Ах, вода. Давненько я не плавал. Ну, погребли к своей капсуле, что ли, потихоньку. Я тут пока плыл, решил еще немножечко поизучать под водой всякого. Вот, допустим, фрагмент водоочистительной какой-то станции. Тут вообще много разного. Давайте тогда, наверное, с пользой будем время проводить. Да, мне только единственное, не задохнуться бы здесь. Воу, я могу смотреть себе в шею, офигеть. Давайте-ка всплывем. Текс. Я бы хотел этот мотылек бы уже дособрать в идеале. Но тут уже как пойдет. Вот там что такое? В принципе, я, конечно, могу ускориться. Я немножечко пытаюсь сэкономить это дело. Если получится. Так, 7% я нафиг утопну. Чего это вообще? Какое-то мембрановое дерево. О, я сейчас кедрень фени задохнусь. Так, давайте нафиг всплывать. Немножечко энергии есть. На... Так, 10 секунд. У меня 10 секунд есть, тем не менее. Так, блин, надо убрать. О, кстати, как остров выглядит, тоже довольно прикольно издали, да? Давайте глянем хотя бы, ради чего я там рисковал-то. Нафиг выкинуть. А, водоочистительная станция, пропульсионная пушка, это все понятно. Так, где база данных? Блин, сейчас долго искать. Ладно, давайте пока обратно это растение заберу. Ну, будем надеяться, в общем, эта тема нам так или иначе пригодится. Я уже отсюда вижу, вон она, в принципе. Капсула наша спасательная, да? И уже темнеет по тихой грусти. Вот это меня не очень радует. Вот это что такое светится? Это неужто соль? А, кристалл соли. В принципе, конечно, тоже полезно, но, блин. Хотелось бы что-то более... Более такое прикольное бы найти. Так, началось. Вообще нифига не видно, на самом деле. И какие-то звуки нехорошие. Давайте нафиг всплывать отсюда. Вот здесь, в принципе, что у нас? У нас здесь гиганты рядом плавают. Которые очень похожи на гавриков из третьего мура Вина. The Elder Scrolls. Из свитков. Кто играл, помнит. Ну, в комментариях писали, что да, похоже. Ну да, эти передвигались, конечно, по суше. И были вроде как помельче. Не использовались в качестве верхового транспорта. Эти нифига чуть не используются. Было прикольно поплавать, кстати, на таких здоровых. Так, а тут что-нибудь есть такое? Что я вот конкретно ночью могу найти? Походу нет. Это рыбки всякие. Кстати, рыбок бы... Это что такое? Какая-то стрёмная рыбка. Ну её нафиг. Как-то под водой даже светлее, смотрите. За счет вот этих вот разных водорослей, по всей видимости. Или за счет того, что тут аврора горит вовсю. До сих пор. Да, под водой несколько светлее, что поприятнее плыть здесь. Это что у нас, кварц? Я не помню, мне кварц вообще нужен будет сейчас там для постройки. Так, что там для постройки комнат надо? Обсерватория. Многоцелевая комната. Титан нужен просто в больших количествах и все как бы. Да, еще вот этих можно, кстати, прикармливать. Сталкеров. Да, это я знал, в принципе, и так. Но пока не пытался практиковать это на деле. Так, сколько у меня титана? В принципе, есть, да, какой-то. Мы можем сразу плыть, в общем-то, и строить. Особо нам ничего не мешает. И немножечко построимся и поплывем, наверное.
Так, вот это что за звук? Какой-то очень крайне стрёмный. Такс. Что-то я реально напрягся. Фу. Дом, милый дом. Так, давайте птичку возьмем на всякий. Вроде бы тут ничего не происходит. А где я базу строил? По-моему, где-то там. Сейчас комнату разместим, плюс нам надо сделать панели солнечные, чтобы хоть как-то энергии обеспечивать это все дело. Такс. Да, вот она, разметка моя. Давайте посмотрим, сможем ли мы что-то интересное из этого сводять в конечном итоге. Так, что я пытался разметить? Я пытался сделать вот здесь вот комнаты, вот так по кругу. Это в идеале. Какие-то стрёмные звуки, определенно очень стрёмные. Вот она, многоцелевая. Давай сюда. Такс. Есть контакт, да? Вот сюда вот мы обсерваторию лупанем. Обсерватория нужна. Эмалированное стекло? Ват. Так. Ну, погребли искать эмалированное стекло. Посмотрим, по крайней мере, из чего оно делается. HD. У нас же еще какой нюанс. Мы можем панельки солнечные разместить. Так. Наружная грядка, прожектор. Вот, солнечная панелька. Кварц и титан. Как бы у нас вроде бы хватает. Вот зачем я кварц. Я помню, что он нужен мне как бы. Такс. Какая у нас вообще солнечная сторона? Это вообще важно, нет? Так, я могу прямо вот так сверху забубенить. Я не знаю, насколько это правильно, но давайте попробуем. Почему бы нет? Может, они как-то сами под солнце подстраиваются? Было бы весело. Такс. О, кстати, смотрите, свет там загорелся. Кто? Кто что сказал? Кто-то тут что-то лечит. Aboard, а, это типа тут систему заработали, смотрите-ка. Наконец-то мы на базе, офигеть. А вот многоцелевая комната. Пока что в ней нифига нет. Одной солнечной панели пока что хватает, чтобы это дело запитать. И теперь нам тут надо устроиться нормальным образом. Так, что я еще могу сделать? Переборка. Это все, конечно, прикольно. Лестница тоже. Что у нас тут есть? И горшок для растений. Тут шкафчики, всякая такая фигня. Шкафчики-то нам, конечно, все тоже важно, нужно. Но можно чуть позже это все сделать. Сейчас нам надо бы что-то такое сделать тут. Люк, титан. Так, ну погнали. Короче, у нас не титана, нифига. Плюс нам надо бы едой запастись. Я планирую здесь одну комнату забодяжить. Здесь одну комнату. Здесь обсерваторию, в общем. Из такого вот плана я исходил. А обсерватория нам поможет осматриваться более продуктивно. Здесь пока что не все видно, как хотелось бы. Но в целом более-менее. И второй этажик там уже посмотрим. Кто, блин, эти стрёмные звуки издает? Ну реально стрёмно. Такс, рыбка, рыбка. Давайте немножечко охоты. Мне смущает то, что около меня, конечно, акулы живут. Вон они там плавают. Так, у меня, в принципе, соль-то есть. Давайте сделаем что еще. Так, пескун испорченный. Так, это соленый. Я терпеть хочу. Соль как бы есть. А, вот это разлагается фигня. Давайте ее тоже выкинем. Потом с грядками будем экспериментировать несколько позже. Сейчас нам водичка вообще нужна. Так, поэтому можно пузырей, к примеру, поймать. И пузырей здесь несколько. Так, где-то. Иди сюда. Иди сюда.
Все, замечательно. Давайте немножко стройки сейчас попромышляем. Так, стекло. Стекло, надо еще с стеклом разобраться. Такс. Обычно сначала водички забодяжим. Хотя бы немножко. В принципе, пока что на первое время хватит. Плюс мы можем сделать, по идее, хлорку. А из хлорки еще вот эту вот воду. Дезинфицированную на 40 жажды утоляет. Несколько получше, конечно, как вариант. И пескуна заделаем. Текс. Двадцашка, двадцашка. Окей, у меня тут батарейки разряжены. Мне еще кто-то советовал батарейки хранить. Я фиг бы знал зачем. Может, их как-то перезаряжать можно, на самом деле. Тогда круто. Так, что у нас тут есть? Стекло. А там какое-то надо было что-то там... Так, давай посмотрим, какое там стекло. Окно. Окна можно там еще поразмещать, кстати. Да, это полезная тема. Так. Что я хотел сделать-то? А, вот, обсерватория. Эмалированное стекло мне нужно. Вот что. Так, ресурсы, основные материалы. Так, эмалированное. Зуб сталкера. Зуб сталкера. А зубы сталкера, в принципе, можно находить. Я не находил, наверное. Ладно, мы пока что этим делом промышлять не будем. Они их вроде роняют, можно из них как-то выколачивать, по всей видимости, эти зубы. Но этим мы позже займемся. Пока что нам титан нужен. И хотя бы первые там какие-то... Твою мать. Так, я не хочу взять, я хочу открыть. Взять мы потом будем делать. Так, титан, титан, титан. Взять этот контейнер. Свинец пока не нужен, медная руда тоже. Такс. Нам нужно обустроить хотя бы одну комнату. Вот что я думаю. Сейчас пойдем этим заниматься. Для этого надо еще титана. Такс, такс и такс. Золото есть, надо знать. Яйцо камикадзе. Энергоячейки какие-то есть. Они нам в дальнейшем, по всей видимости, пригодятся. Так, подожди. Что нам там понадобится? По-любому разные хранилища. Так, внутренний модуль, шкаф. Вот. В принципе, шкаф нужен, да, там настенный шкафчик. Ну, погнали, у нас чего-то уже может получиться. Или еще немножечко титана. Еще бы немножечко титана не помешало, на самом деле. Текс. А, либо сейчас обломки найдем, либо... Как-то добудем. Мне все кажется, что тут какие-то звуки прям такие неприятные. Либо они и так тут и есть. Ага, вон акула что-то там охотится. Так, а вон сталкер. Сталкера можно, конечно, попытаться прикормить. Так, не вижу я пока ничего такого эдакого, что бы нам помогло. Я хочу осколки. Осколки, в принципе, тема. Либо что-либо посканировать. Такс. Так, вот смотрите-ка. Что тут-то за тусовка? Что их так много? Смотрите, целый флешмоб, блин. Так, я сейчас где-то допродолбаю, короче, то, что мне нужно. Что я стремаюсь этих звуков, на самом деле. А, что тут у нас есть? Я нифига не вижу полезного. Рыбки всякие. Можно тут поискать. Что это у нас? Медь. Мне на самом деле надо, наверное, контейнер сделать. В первую очередь. И от этого отталкиваться.
чтобы было место, где бы я мог все складывать, да? Здесь по-любасу должны быть где-то осколки. Ну, обломки, вернее, да, всякие. Потому что я точно оставлял. Я тут повсюду где-то что-то доставлял. Либо же не собирал. Либо же я уже пособирал, когда плавал в округе. Ну ладно, давайте, наверное, поплывем, что-нибудь хотя бы построим. А вот, кстати, обломочки. Шикарнейше. Оп. Так, по-моему, я был в этой местности. Так, все. Титана мы зафигашим. Довольно... в больших объемах, я думаю. В относительно. Так, это не берется нифига. О, нифига себе, я уже умудрился уплыть. Да, кстати, надо батарейки достать. У меня где-то еще батарейки были. Либо же скрафтить и зарядить свою эту систему передвижения, чтобы быстрее передвигаться. Ну, глайдер который. С глайдером, конечно, повеселее. Но пока что мы, в принципе, в округе тут лазим. Можно без него обойтись. Так, сейчас. Надо уже эту баску оборудовать по полной программе. Потому что сколько еще можно ютиться-то, блин, в этом маленьком-маленьком челноке спасательном. Чувствуешь себя каким-то таким бомжеватым слегка чуваком, который на этой планете тусуется. Так, жди. А, здесь же, да, все верно. Так, титан. И еще титан. Да, нам много титана по-любому сейчас потребуется. Фикс. Будем внутренние убранства какие-то хотя бы мастерить. Первоочередные. Так, что-то не то поплыл. Вот там вот она. И какой-то маяк там еще надо, кстати, установить, чтобы можно было также определять, в каком направлении наша база. Так. Тут, походу, ничего. Мне интересно, акулы могут вообще атаковать? Вот эту баску всю. Надеюсь, что нет. Что они вон гадины плавают. Или какой-нибудь левиафан. Будет занятно. Если он приплывет и начнет меня фигашить тут по жести просто. Так, шкаф. А, ты именно что на пол ставишься, да? Ну, давай. Такс. Надо, наверное, какое-то такое место выбрать. Где-то рядом. Так, чпык. Насколько ты большой? В принципе, не слабых таких размеров. Хранилище. Давайте-ка нам батарейки скинем. Так, они все у нас севшие. Так, а нет, смотрите-ка, у меня же одна батареечка даже есть. То есть получается, несколько таких шкафов поставил, и как бы вопрос закрыт. С вместимостью нашей, да, будет определенно куда чего скинуть. Изготовитель. Тут надо всякого еще сделать. Для аквариума нужно стекло. Ну, блин, аквариум вообще не приоритетен. Живая стена. Чисто декор, что ли? Хм. Ну окей, пусть будет. Так, что мы еще себе можем позволить? Я вот думал насчет люка. Так, в полу ты не хочешь? Хм. Ну окей, ладно. Так, а окно? Так, окно здесь можно сделать. Вот как-то... Что-то не хочет собираться тут, короче, окно.
Так, что-то не въехал вообще, что произошло. Нет, так нет, короче. По крайней мере, один шкаф мы поставили. Так, еще что-нибудь могу. Мне надо вот эти всякие изготовители и тому подобное. Давайте, наверное, сразу два шкафа поставим. Чтобы нам было куда что грузить. Тут, наверное, даже три их влезет, нет? Ну вот так вот их. Чпыньк. Не понял юмора. Чего тебе не хватает-то? Стекло? То есть он заготовку ставит, а дальше не собирает. Ну хорошо, в любом случае, у нас уже хотя бы появилась первая комната, появился здесь кислород, мы уже можем как-то тут бегать. И можно тут, в принципе, это дело потихонечку достраивать и исследовать округу, чтобы уже дособрать, досканировать. И мотылек, чтобы у нас уже наконец-то появился, водоочистительная станция, тепловая электростанция. Тут, короче, много чего. Вот пропульсионную пушку я хотел потестить, что такое. Дел тут еще масса на самом деле. На этом же тогда всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.